раннего утра воскресенья в сквере на улице Промышленная кипела жизнь. Дворники торопились убрать сухостой, дорожники сыпали и равняли гравий, чиновники еще раз сверялись с графиком работ, а местные жители ждали приезда губернатора в рамках его рабочей поездки. Выбранная старшая по эспланаде Ольга рассказала нашей съемочной группе, что благоустройство этого сквера люди ждали давно. Все сдвинулось с мертвой точки лишь после вмешательства главы региона. Конечно, это все отличается. У нас тут были почти заросли, можно сказать, джунгли, но сейчас все это так преображается, людям нравится, сердца наши довольны, и мы очень благодарны подрядчикам и всем нашим руководителям города Ульяновска, которые занялись нашей вот именно вот этой местностью. Работа в сквере уже проделана большая. С июня месяца после проведения торгов подрядчиком вырублен весь сухостой, вывезены тонны мусора, сделаны качественные асфальтобетонные дорожки, поставлены новые современные фонари и безопасная детская площадка. В планах на всей территории разместить лавочки и урны и разбить цветники. Будут установлены МАФ, детские площадки, тренажеры. То есть парк обновился, вырубили часть аварийных деревьев, кустарники, заросли, поросли. Работы ведутся, ориентировочный срок сдачи, я думаю, к сентябрю месяце мы постараемся его полностью сдать. Глава региона лично оценил качество проведенных работ и порекомендовал чиновникам больше прислушиваться к мнению народа, поскольку нужно заниматься благоустройством комплексно, не забывая про прилегающие дворовые территории. Такой же совокупный подход, как отметил Сергей Иванович, должен быть и в концепции скверостроителей на улице 12 сентября. Отремонтированные дорожки, красивые фонари и детские площадки – это хорошо, но должна быть общая идея, объединяющая всю композицию парка. Чтобы фотографии почетных строителей… А то вот мы там переживаем, там Максимовых, там Давидзонов, все. Ну вот они здесь должны быть, никто же их не знает. Они в большинстве своем люди были бы весьма скромны, если кого нет сегодня. Да и которые сегодня есть. Хотя построили огромный город. И вот если бы здесь поставить бы сейчас, ходили бы дети. Ходили бы там взрослые, смотрели, ух ты, здорово. Сразу а то непонятно, сделали одну конструкцию и бросили. Глава региона поручил не затягивать со сроками выполнения работ. Это же замечание касалось ремонтных работ на улице Спасской, где дорожники положили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Следующий этап – поднятие ливневых решеток и колодцев. Кроме этого, по улице Тимирязева Ульяновск Электротранс уже завершает замену рельсово-шпальной решетки. Так, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» только в этом году отремонтируют 11 участков городских дорог. На данный момент работа выполнена наполовину. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Управды ТВ.